Всем привет! Мы еще... Что снимешь? Сейчас будет свет хороший, и мы вот тут вот будем лучше начинать. Всем привет! Короче, мы сейчас едем в ресторан, с подружкой встретимся, с Танюшкой, познакомимся в живой жизни, это будет наша первая встреча, и возьмем вас с собой. Всем привет! Это я снимаю. Да, круто, классно. Пойдем? Да. Тебе же нравится солнце? Да. Мне тоже нравится. Да. Тут это, куча снега больше, чем ты. Ой, телефон падает. Да? Пойдем? Пойдем. Я куда каблуки одела, непонятно. Иду, как не знаю кто. Ладно. А я не дует. Уже не дует, все. Да? Да. Как надо? Вот так вот. Вот так. Да? Эй! Ой, не видно ничего, солнышко. Амира прячет. От солнца прячется, ей не нравится. Мы уже приехали, короче, на место и пойдем размещаться. Надеюсь, Танюшка нас уже ждет. Идем? Да. Скажи всем. Да. Пока. Пока. Идем? Мы идем сюда, сюда, сюда. Встань возле елки, иди сюда. Мать. Короче, мы пришли. Тут нету мест. Нас посадили в очередь. Сказали ждать 15 минут, но не факт, что 15 минут, выходить отсюда нельзя. Короче, мы тут нельзя играть, ждем. Мася не понимает, что происходит. Да, пока не надо разрываться, хорошо? Ой, покажи, что у тебя. У Мира такое маленькое детское меню. Да, я покажу. Очень маленькое. На. В общем, мы уселись, ждем, когда к нам придет Таня. Тут ужасно шумно и комфортно. Хорошо, не буду. Смотри, что тебе Таня дарит. Я влог снимаю. Давай. Дай мне еще. Скажи спасибо. Спасибо. Таня. Да, Таня, скажи. Амире принесли картошку фри, а у меня какой-то творог с авокадо. А? Нет. Так, нам еще принесли попить, у меня манго какое-то. Танюшка выбирает. Вкусно, Мась? Мы идем с Амирой выбирать пироженки. Правда, я не знаю. А, вот, нашли их. Какой ты будешь? Купи. Иди к цветочкам. Какие красивые цветочки. Булочка, смотри сюда. Ку-ку. Амира, стой, жди меня. Булочка, я сейчас тебя поймаю. Куда пошла? Сладкая, тебе принесли пирожное. Какая красота. Это она сама выбрала себе. Ты любишь выбирать.
очень красиво. Какие названия иностранные все музыки? Тебя не видно, это я для ТикТока. Как она красится. Покажи, краси, давай. Краси. Слушай, у тебя так это блестит лицо красиво. Ну, я когда вспышку включила, видно. Ой, какие там цвета классные. Что это такое? Не знаю. Это Urban Decay. Классная штука. Сфоткаешь потом мне? Пришлёшь? Номер тоже надо. Мне прям эти цвета мне нравятся. Ой, ну ты куда собираешься, пупсик? Монако? Посмотри на меня, уже много накрасила. Очень красиво. Супер. Это в реки попадет. Булочка, смотри сюда. Помаши мне. Типа там слышишь, да? Где? Еще будешь? Покажи, покажи, покажи. Давай. Молодец. Сейчас придет. Там уже потемнело, очень красиво на улице. Так, есть, да? Да, я тебе скинула ссылку в Wildberries. Булочка готова. Давай, вылазьте. Покажи подарок. Подарочек покажи. Ой, что это у тебя там? Кабачок. Ой, котик. Покажи. Покажи мне сюда в камеру. Ой, очень красиво. Вот они мы, наконец-таки вышли, а тут такая красота везде, сейчас покажу. Очень красиво, ой, Москва ночью, ребенка моего забрали. Что там? Да? Знаешь, какой? Обычно моя Мира побежала в какой-то шарик. Заходи, сладкая. Иди туда, побегай, покрути. Пойдем. Здесь такая новогодняя атмосфера. Булочка, иди сюда. Ай, тут очень красиво. Класс. Пойдем, пойдем. Иди сюда. Я в шоке, что на улице зима, а людей тут как будто бы сейчас лето. Очень много. Хорошо. Так, ну вот мы пришли сюда. Амира радуется. She's so happy. Сейчас поворачивайся. Короче, сделали тут так красиво, офигеть. Очень круто. Вот так вот снизу. Каек много. Много-много-много. Да.
тут пакеты. Я держу. Хватит, я к тебе иду. Хватит, у тебя дурацкий фильтр. Некрасивый. Меня вообще нету. Иди ко мне. Тебе нравится? Да. А ну помаши мне. О, красота. Какие? Ты еще маленькая. Ты еще маленькая. Иди сюда. Покажи мне вот это, что у тебя в руках. Это что? Зайчик? Скажи, это тюлень. Покажи мне в камеру. Какой красивый. Как ты, булочка. Выбираем духи. Мась, понюхай. Нравится? Ну чё, как тебе? Чё? Ты снимаешь? Ну смотри. Ну классно. Кажется, на мой размер. Всё, идём на класс, купим духи. И домой, папа нас уже ждёт. Что? Я там пикала. Ну чё? На, ангелочек, теперь мою носи. Угу. Тут вообще, а тут вообще нету остановки. Ой. Ой, вот такие вот они красивущие. А, я не той стороны снимаю. Вот. Класс. Я говорю, ну так получилось. Она говорит, хорошо, я тогда тоже сейчас соберусь, чтобы пораньше. Мы едем за моей мечтой. А ты тоже едешь за моей мечтой. Твое лицо. А здесь у нас можно проехать только на рулетке как раз. Приехали в Кунцево Плаза. Пойдем еще раз поужинаем. Вернее, поужинаем с папой теперь. Ой, ты ее прям на ручках понесешь? А у нее там собачка, да? Тюленя. Она тяжелая. Оставила? Это мне напоминает день рождения, когда у меня было, помнишь? Не на что. Пупсичек. Зачарую тебя. Она спала, поэтому она такая сонная, только проснулась. Да? Так она папе за... Всё, спи, сейчас скажу. Круто у тебя тут, да? Там можно залазить в домик. Домик деревянный построили. Мась, а там вон кухня у тебя, кухня там. Классно? Одевайся. Подойди ко мне. Ты что будешь кушать? Правильно, можно и до 28-го. Уже закончил кушать.
Я забыла снять твой обед, ужин, то есть. Я уже почти поелся. Ну, было очень вкусно, да? Да, очень вкусно. Да. Приходите в Астерию Мария. Амира записывает видео, голосовые сообщения своим друзьям. Хорошо. Да? Да, я питаю, потому что я только так, но потому что я не маю там. Ага. А когда там не маю телефон, и кого не добьет мой телефон. Пипа! Пипа! Ням-ням-ням. Уже 10 вечера, мы наконец-таки держим путь домой. О, давай лифт поедем. Ля-ля-ля.